Всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать про баг с сертификатом. Что нам надо? Рюкзак и сам сертификат. Перемещаемся в него. Также надо D6, ну, либо D6, либо D100, либо кубик с вычетом. То есть, смотрите. В сертификате есть множество предметов, но в одной комнате взять можно только один, и все остальные пропадают. Так, дальше. Используем сертификат. Опять сюда попадем. То есть смотрите. И вот здесь тоже предметы есть. В каждой комнате есть предметы. Используем либо D6. И вот, мы использовали D6. И теперь можно брать что угодно. Вот это возьму, вот это возьму, вот это возьму, вот это возьму, вот это. Ну, то есть вы поняли, да? Также можно использовать D100. И тоже можно что угодно брать. Чё? Чё ты меня бьёшь? Ну, вы поняли, да? Также можно использовать кубик с вычетом. Оп. И берем, что хотим. Вот тут полифем возьму. Вот это что такое применим тоже. То есть видите, сколько тут комнат? И в каждой комнате, где вот звездочка, есть предметы. Ай. Ну, надеюсь, вы поняли суть этого бага. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока.